40-метровое колесо обозрения отныне на учете и имеет свой номерной знак. Первый. Событие судьбоносное для всего сегмента развлекательного бизнеса. Эксплуатанты аттракциона рассказывают, внушительный пакет документов начали готовить еще летом. Большая работа была произведена на то, чтобы освидетельствовать колесо в первую очередь. То есть на безопасность колеса, все соединения, контуры, много-много по электричеству, по механической части. То есть мы сделали сначала освидетельствование, потом начали работать уже с гостехнадзором. Начали подготавливать все документы. От паспорта до страховки гражданской ответственности за причинение вреда пользователям. Если документы в порядке, представитель гостехнадзора осмотрит аттракцион. Мы в течение определенного срока рассматриваем их, принимаем решение по регистрации, делаем выездную проверку, смотрим, как эксплуатируется аттракцион, сверяем номерные знаки конструкции, делаем аварийный пуск, проверяем наличие огнетушителей, аптечек, регистрационных каких-то журналов. Все это фиксируем. После успешного прохождения всех процедур владелец колеса обозрения получил государственный регистрационный знак, разместят который на видном месте у входа. Сегодня более 300 развлекательных аттракционов в регионе ждут своей регистрации. Предварительные заявки и документы от заявителей уже поступают. Активно ведется работа по регистрации аттракционных комплексов в аквапарке «Улет», в парках «Победа» и «Прибрежный», в Центральном парке Димитровграда.